Итак, 12-е. Все семьи закормлены. Сейчас я вам показывал всякие эксперименты, задавал вопросы. И все сводится к тому, что странное пчеловодство рубится к тому, чтобы был иммунитет, чтобы пчелы, так же, как и шведские дети, их с детства, с пеленок, они босиком по бетону, по сырой земле, в холодных водах. Конечно, многие очень сильно болеют, умирают. Смертность в Швеции, детская смертность, она очень высокая. При наличии того, что маленькое население, но однако ж вот так вот рубится. Шведы вот так рубятся за иммунитет. И люди живут по 120 лет в полном сознании и в здравом уме. Я не хочу сказать, что я умнее шведов, но вот эта фишка, то что мои пчелы, им не нравятся теплые погоды и не нравятся, когда их закупориваешь, они едят больше, чем положено, и срутся больше, чем нужно. В холодные у шведов есть, по пчелам есть правило, чем меньше пчела кушает зимой, тем легче будет ей весна. Именно поэтому у шведов вот такая вот кухня с этими сетками. У меня кухня намного проще. Она вот такая вот, видите, да? Верхний, задний, передний, задний литок. Вон они, видите, пчелы. Тоже работает хорошо. Но у меня есть на других точках вот такие вот ульи. При наличии сильных ветров и сильных морозов там намного холоднее. Здесь вот благодаря вот этим вот, вот этим деревьям, здесь все-таки и благодаря вот этому солнцу, которое вон там выходит, а вон там садится, весь день они на солнце. И поэтому сейчас мне хочется, очень хочется к голой жопе прижаться щекой. Я люблю, когда женщины мочатся, когда в небе пахнет мочой. Рождественский, по-моему, если не изменяет память. Короче, вот они сидят, эти. Вот они сидят. И мне надо их посадить вот на этот. Вот на эту кухню. Поэтому я буду это делать. Вот так вот. Вам видно. Я уберу. Как его убирать-то? Надо как-то. Он тяжелый, забитый медом. Так. Вопрос у меня имеется, господа пчеловоды. Зачем странный пчеловод вот у шведов, вот видите, у них родной 10 миллиметров, вот родной, я еще плюс 10 сделал, поэтому 20 миллиметров. Нафига странному пчеловоду 2 сантиметра, не 1 сантиметр? Здесь вот и в этих ульях, видите, 2 сантиметра. Вот они, простые улья, которые легко собираются, легко разбираются. Поэтому продолжим разговор с пчелами. Очень-очень тяжелый.
это семья адвоката Егорова. Уже потомство адвоката Егорова. Вот таким вот. Вот видите, да? Вон они светятся. Итак, вот оно. Это чудо. На 2 сантиметра я поднял. Это во-первых. Теперь я ставлю второй этаж. Это необходимо. В странном пчеловодстве это необходимо. Сразу шапку одевать не буду. Сначала вот сначала так. Так. Вот так. Так, а у них вот. Вот так вот и зимовочка. На открытом дне с открытыми пчелами будут сидеть пчелы до минус 5, минус 10. Потом кухня немножко изменится. Странное пчеловодство своими глупостями вас замучило. Эти глупости имеют значение. У меня есть такая радость, когда весной встречаешься с пчелами. И у меня нет сожаления, что мои глупости приносят мне пользу. Так что вот такая кухня. Итак, вопрос вам ясен, да? Вот сантиметр, это родное. Я добавил еще сантиметр. А вот видите, этаж. Это во время работы было повреждение. И туда потом пчелы, напад будет. Там всякая ерунда. Короче. Все. Все вам понятно. Пчела будет сидеть. Она и сидела-то вот такой же улей. На открытых ветрах точно так же. Так что пока-пока, всем привет.